Давайте прямо сейчас поприветствуем друг друга мощными, теплыми, летними футбольными овациями. Здравствуйте! Спасибо руководству футбольного клуба «Айрат», что вот нас, ветеранов, пригласили перед ответственной, так скажем, встречей за кубок суверенного Казахстана. Вот. Поэтому я что хочу, ребята, вам пожелать. Во-первых, доброго здоровья вам, преданности своему клубу и выиграть кубок нашего государства, кубок Республики Казахстан, и еще разок доказать, что «Айрат» может. «Айрат» — это сила. «Айрат» победит. Думайте, что за вами около 2 миллионов жителей города Алматы, болельщики футбола, ветераны футбола Республики Казахстан болеют за вас. Я думаю, что вы оправдаете нашу надежду. Желаю вам удачи, чтобы вы возвращались к кубку. Спасибо большое вам. Я желаю вам выйти на эту игру с полной ответственностью. Готовиться уже сегодня надо, не тогда, когда пройдет установка, а потом мы уже начинаем думать об этой игре. Не загружаться, но выйти и хладнокровно еще раз доказать свои лидерские качества. Мы в этом уверены. Желаю вам победы. Рустам Ясимханович, разрешите вам от всей нашей большой семьи футбольного клуба «Айрат» подарить памятную футболку, а вручить вам ее наш главный тренер Карлос Алас, пожалуйста. Спасибо. Мы, как воспитанники «Айрата», всегда равняемся на вас. И в будущем мечтаем попасть в первую команду и также представлять наш родной клуб в таких больших турнирах. Мы верим в вас, и то, что предстоящий кубок будет обязательно наш. От всех болельщиков нашего города хочу вам пожелать крепкой уверенности, хорошего настроя, конечно же, победы. Мы все едем, сегодня вечером выезжаем болеть за вас там, будем вовсю. Конечно, будет нас немного, но мы все будем за вас. Так что, удачи!